Мнения ЕС разделились, понятно, по каким причинам. Потому что одни тянут других наверх, другие, соответственно, тянут у тех успешных вниз. Вот, и вот эта ответственность одного за другого, конечно же, не сильно добавляет настроение странам успешным. Вот, с другой стороны, есть страны, например, ну, не буду даже называть, чтобы никого не обижать, да, которые благодаря ЕС, конечно же, каким-то образом выживают и имеют, ну, статус европейца, да, это, конечно же, чего очень хочет Украина, конечно же, это очень выглядит, наверное, круто. Вот, я так не считаю.